Всем привет, с вами Штейн, и сегодня мы поговорим о главном нововведении главы Blackwood – системе компаньонов. Посмотрим, где спутников добывать, как прокачивать, одевать и насколько они вообще эффективны. Рассмотрим все роли, бонусы и уже известные нюансы. Поехали, как всегда, по порядку. И перед тем, как начать, хочу сразу упомянуть, что все данные взяты с тестового сервера, и поэтому к моменту старта главы в начале июня некоторые цифры и названия могут поменяться. Итак, компаньоны или же спутники – это новая механика, которая будет добавлена в игру главой Blackwood, стартующей 1 июня на ПК и 8 июня на консолях. Все ее обладатели, да, спутники на данный момент доступны только тем, кто купил Blackwood, смогут пройти специальные квесты и разблокировать в свое постоянное пользование двух компаньонов. Бастиан будет ждать нас в пещере Глубокое презрение на юго-западе Черного леса, Мирри же можно будет найти на севере в зловещем хранилище Улпинас. Пока варианта только два, но ассортимент спутников однозначно будет увеличиваться с выходом обновлений. После прохождения соответствующего задания, компаньон разблокируется в ваших коллекциях в разделе союзников, и его можно будет призвать в любое время, если персонаж находится вне боя. Также спутника нельзя призвать одновременно с банкиром или торговцем, призыв любого союзника автоматически отзывает предыдущего. А вот декоративным петам спутники никак не мешают. Так же, как и классовым боевым питомцам. Любители собирать паровозы могут радоваться пополнению в рядах миньонов. Ну и сразу перейдем к некоторым ограничениям. Компаньонов нельзя призывать в PvP режимах, соло-аренах и домах. Последнее, впрочем, не страшно, ибо компаньона можно превратить в гостя, но об этом чуть позже. В групповые подземелья, арены и триалы спутников брать можно, но они занимают полноценный слот игрока и автоматически будут отзываться при доборе в группу живых игроков. Пробегать нормал пачка из 4 игроков и 4 компаньонов точно не выйдет. А вот вариантом 2 на 2 очень даже возможно. Теперь же чуть подробнее о самих объектах обсуждения. Спутник – это NPC со своей прописанной историей, характером и характеристиками. Он следует за игроком везде, где это возможно, и не может отстать, при необходимости телепортируясь через препятствия. Также, пока он догоняет игрока, на него не агрятся мобы, по крайней мере на тесте. Маны и стамина у спутников нет, есть только здоровье. Оно вполне может закончиться, но поддается лечению. Все лечащие навыки, действующие на игроков, будут работать и на компаньона. Если же спутник погиб, в бою его можно воскресить стандартным способом с помощью камня душ. Однако даже если этого не сделать, после окончания боя спутник встанет сам и отхилится. Потерь прочности у шмоток или каких-либо штрафов на данный момент нет. Со спутником можно взаимодействовать с помощью разговора, и тут можно попасть в его меню, где мы можем увидеть стандартный набор шмоток, боевой уровень компаньона, уровень отношений с ним, а также панель навыков. И по традиции поехали по порядку. Шмоток компаньон носит классический набор, 7 частей брони, 3 украшения и оружие, ограниченное, правда, одним набором. Сами шмотки же отдельные и никак не связаны с наборами игроков. Они точно так же разделены на 3 типа – легкие, средние и тяжелые, однако не имеют никаких сетовых бонусов и зачарований, ограничиваясь собственно броней и одним единственным бонусом, зависящим от вида. Самих видов на данный момент 9. Увеличение урона, увеличение длительности бафов и дебафов, уменьшение получаемого урона, увеличение шанса крита, ускорение набора ульты, уменьшение отката умений, увеличение силы исцеления и, конечно же, стандартное увеличение максимального здоровья. После получения компаньоны будут иметь стандартный набор шмоток самого низкого белого грейда. Такие же шмотки можно будет купить у любого профильного торговца в игре. Кузнеца, плотника, портного и так далее. Шмотки же зеленого, синего и фиолетового качества нужно будет выбивать. И падать они будут повсюду, по всему миру и с любых боссов. С боссов, конечно же, с повышенным шансом. Шмотом также можно будет торговать и обмениваться, так что проблем с их количеством не должно быть никаких. Также, скорее всего, с обновлениями будут добавлять новые виды шмота и, вероятно, золотой грейд. На тесте же максимальным является фиолетовый. Продолжая тему шмота, сразу зацепим и кастомизацию. По умолчанию все шмотки приобретают вид брони компаньона и никак не меняются. Также не меняется внешность самого компаньона, однако его все же можно переодеть в один из своих костюмов, покрасить по желанию и посадить на любимого маунта. На данный момент из кастомизации это все. Потопали к другим параметрам. Основной показатель эффективности компаньона — это его боевой уровень. Стартуют они, как и все, с первого и, получая опыт непосредственно в боях, будут постепенно прокачиваться. Уровни открывают доступ к ячейкам на панели навыков, самим новым навыкам и ультимейтам, а также увеличивают общие характеристики, силу атаки и здоровье. Максимальный уровень на данный момент 20. Опыт, как я уже сказал, компаньоны получают только в боях, но, как пишут разработчики, бонусы игрока вроде свитков и амброзий должны косвенно ускорять прокачку и спутнику, что упрощает процесс. Теперь же, перед тем как погрузиться в пучину навыков и ролей, немного о еще одной полоске меню – уровне отношений. Она отражает близость ваших отношений со спутником. Нет, романтику вы не завезли, но интересные моменты все же имеются. Как я уже сказал, у компаньонов есть своя прописанная история, характер и, следовательно, личные предпочтения. Кроме реакции на многие игровые ситуации, частоту которых, кстати, можно задать в настройках игры, компаньоны могут поддержать или осудить некоторые действия игрока, что в свою очередь будет изменять уровень отношений в лучшую или худшую сторону. Предпочтения у каждого спутника свои, а узнать их можно, проходя стартовый квест, наблюдая реакции и задавая вопросы в диалоге. Мирри, к примеру, вполне прямо скажет, что ненавидит змей, гоблинов и лодки, зато любит карты, старые книги и обожает вино. Бастиан же любит приключения, книги и топит за честь, не терпя воровство и бессмысленные убийства. В общем, путешествуя по миру, вы так или иначе будете совершать действия, влияющие на ваши со спутником отношения. При плохом раскладе, если уровень опустится слишком низко, компаньон может решить расстаться с вами на определенное время. При хорошем же, по мере зеленения полоски, будет делиться личной информацией и попросит помощи в личных квестах. Их выполнение существенно повышает уровень отношений, а полное завершение цепочки позволит получить в коллекцию гостя в виде вашего компаньона. Ну и заканчивая тему бонусов, у каждого компаньона есть своя небольшая фишка, которую я отрыл в патчноуте, но не нашел в игровом меню, видать она завязана на квестах. Своеобразный личный перк. У Мирри это 30% шанс найти дополнительную награду в любом сундуке. Золото, сокровище для продажи или рецепт. У Бастиана же такой же 30% шанс бафнуть любое выбитое с моба зелье. Как и насколько бафнуть, пока непонятно. По умолчанию перк работает только пока призван спутник. Однако, если выполнить все достижения компаньона, можно получить коллекционный предмет, который будет работать постоянно и без призыва спутника. Итого, система выглядит занятно и очень напоминает подобные в больших сингловых проектах, что однозначно придется по вкусу соло-игрокам. Однако ряд вопросов вызывает пассивка с лутом из сундуков. Если она реально позволит получать больше рецептов, это будет выглядеть некоторым преимуществом для обладателей главы. Ну а теперь же перейдем к самому главному – навыкам. Так как мы на тесте, переведено еще не все, но к июню это однозначно поправят. Итак, каждый компаньон имеет довольно большое разнообразие умений. Они зависят от класса, носимого оружия, брони и прокачанных гильдий. У них нет морфов и уровней, а открываются они по мере повышения боевого уровня самого компаньона и использования оружия. Гильдейские же навыки качаются прохождением ежедневок одноименных гильдий. В каждой ветке нас ждет по 3 навыка и, при наличии, 1 ульта. Так как Бастиан ДК, классовые навыки у него соответствующие. В ветке бойца у него в наличии кнут, опаляющий удар и каменный кулак, наносящий разнообразный урон. У льта большой и сильный взрыв имени самого Бастиана. В ветке танка притягивающая цепь, драконья кровь, хилящая на 25% и уменьшающая получаемый урон, и всем известные когти, обездвиживающие противника. В ветке хила мощный одиночный отхил, массовый щит от урона и такой же массовый баф на нехилые 20% урона. Очень даже универсальный набор, из которого даже без оружейных навыков можно собрать и танка, и ДД, и хила. Мирри же по классовым навыкам типичный ассасин. Урон, урон и сильная добивалка. Ульта дебафает противника и наносит почти 30 тысяч урона. Во второй ветке уменьшение получаемого урона, страх и хилящий инвиз. В третьей ветке поддержки, высасывание здоровья из врага с отхилом себя или союзника, сильный массовый отхил на 8 секунд и еще одно высасывание, только уже работающее по определенному радиусу. Набор также неплохой, но с явным уклоном в урон и ослабление противника. Далее идут оружейные навыки, они у всех одинаковые и зависят соответственно от того оружия, что вы дадите спутнику в руки. В двуручке привычный апперкот с оглушением и отбрасыванием, рассечение с кровотоком, без щита и сильная добивалка. В одноручке укол, он агрит на 15 секунд, но не снижает резисты цели, рывок со щитом и оглушением и оборонительная стойка, создающая щит на 25% здоровья компаньона. Учитывая, что этого здоровья на максимальном уровне 30 тысяч, весьма неплохо. В парном также не стали ничего изобретать, и мы видим затыкивающий шквал, вихрь, он же добивалка, и летающие клинки, снижающие получаемый урон. В луках любимый точный выстрел, веер стрел с обездвиживанием и отравленный выстрел. В посохах разрушения все чуть сложнее, но в принципе также повторяет навыки игроков. Все навыки наносят стандартный магический урон без стихии, вне зависимости от взятого посоха. Меняются только бонусы первого навыка. С огненным посохом он отбрасывает и оглушает противника, с электрическим наносит немного урона вокруг цели, а с морозным агрит противника на 15 секунд. Ну и самое интересное, на мой взгляд, посох восстановления. Тут нас ждет сильный длительный отхил на себя и одного союзника, щит на 26 тысяч урона самой страдающей цели и массовый отхил, дарующий на 8 секунд 10 тысяч защиты. Звучит неплохо, а на практике работает еще лучше. В качестве личного хилера спутники на данный момент показывают очень хорошие результаты. Сильный хил, щиты и резисты. Шикарно, если хочется напинать мировому боссу в соло. Ну да, поехали дальше. Легкие доспехи за каждую часть увеличивают урон и отхил. Навык позволяет сбросить перезарядку всех остальных навыков. Средние также увеличивают урон и скорость восстановления переката компаньона. Навык стандартный инвиз. Тяжелые же увеличивают получаемое исцеление и блокируемый урон, что на данный момент работает не очень, но об этом позже. Навык же тут – это мечта всех танков игры. Хоть и с небольшим радиусом, но это массовый агр. И блокирование всех атак в течение 5 секунд. С откатом в 36. Логично. Ну а теперь потопали гильдиям. У бойцов привычный арбалет с бонусом по нечисти, круг защиты также с крутецким бонусом против нее же и ловушка, обездвиживающая цель. У магов метеорит в одну цель, хорошая длительная отхилка на двоих и равновесие, обменивающее здоровье на ульту. Неустрашимые же даровали весьма интересный набор. Кровавый алтарь спутника хилит сам по себе пока стоит и раздает любимую многими синергию на 50% здоровья. Дальний агр, как и должен, агрит и также дает синергию, ну а бонусом костяной щит на 30% здоровья спутнику и с синергией на щит весом в 50% здоровья уже игрока. Да, мало того, что навыки мощные, так еще и синергии, что может очень понравиться некоторым билдам, зависящим от них. В расовых навыках на данный момент ничего интересного. Бастиан имеет 3% здоровья и урона, а Мирри 3% урона и исцеления. Теперь же о том, как это все работает вместе. Чтобы компаньон использовал навык, нужно вытащить его ему на панель, что также логично. Собираем нужную комбинацию в зависимости от роли и предпочтений и выставляем на панель по приоритету слева направо. Именно в таком порядке компаньон будет пытаться их использовать. Но не совсем втупую. Если цель далеко, спутник сначала попытается использовать то, чем достает, вроде притяжки цепью Бастиана. Также вполне себе вне очереди используются навыки от хила и те умения, где снизу прописаны дополнительные условия, вроде навыков отбивания. Еще стоит учитывать, что хоть компаньон и не может просесть по ресурсам, спамить ему помешает откат, имеющийся у каждого навыка и четко прописанный в его описании. На поиск лучшей комбинации навыков, вероятно, понадобится некоторое время. Ну и, конечно же, пару слов об ульте. Ее индикатор находится слева от зелий, и по умолчанию спутник будет спускать ее сразу, как наберет, и подвернется подходящая цель. И если хочется этим процессом рулить самостоятельно, в настройках игрового процесса можно это дело запретить и самому выбирать момент. Делается это по умолчанию клавишей Y. Просто щелкаем на моба при набранной ульте, и спутник разрядит. И тут мы плавно подходим к самой противной, на мой взгляд, части – управлению компаньонами. И тут прогресса, на мой взгляд, нет никакого. Уж не знаю, в угоду консольному геймингу или огромному таракану в голове главного разработчика, но рулятся они по-прежнему одной клавишей. Никаких настроек и режимов нет. По умолчанию спутник атакует все подряд, что вступило с нами в бой, при этом стараясь не переключаться на следующую цель, пока не помрет предыдущая. Рулить процессом мы можем с помощью все той же клавиши Y. Y плюс левая кнопка мышки заставит атаковать указанную цель. Y плюс правая кнопка мышки вернуться к ноге и стоять там до следующего указания. Объяснять, насколько удобно в большом замесе раздавать указания таким образом, я думаю, даже не стоит. Отвратительно и совершенно неудобно. Можно было хотя бы клавиши отдельные сделать, не говоря уже об активных, пассивных режимах, которые есть обычно в любой игре с компаньонами или миньонами. Выщелкивать команды, стоя в блоке под боссом теми же клавишами, что используются для блока и атаки, абсолютный бред. В большинстве ситуаций проще забить и ворваться в бой просто так, используя клавишу только для ультимейта. И то, если не лень. И тут, пожалуй, пора поговорить о том, что компаньоны собственно могут. Зачем это все? Я успел тестировать только малую часть комбинаций и продолжим на грядущих стримах, но общее впечатление уже однозначно есть. В качестве дамагера та же Мирри очень приятно крошит мобов, существенно ускоряя процесс для недамажащих персонажей, ну вроде танков. Разумеется, конкретным ДПСом там даже не пахнет, слишком большие откаты умений, но обычные атаки по 4-5 тысяч и скиллы в 2 раза сильнее позволяют чувствовать себя вполне комфортно на квестах, даже в совсем танковом шмоте. Также немного приятнее ковырять мировых боссов, вот как будто у вас за спиной самый слабый и никудышный, но все же сопартиец, делающий такие смачные пил-пил в босса. Правда, при таком раскладе нужно внимательно следить, чтобы компаньона не били, и вовремя подхиливать, с живучестью у ДД пока не очень. Однако полагаю, что это поправят. Просто на данный момент компаньоны практически не умеют пользоваться перекатами и блоком. Нет, они честно пытаются, но абсолютно не попадают в тайминги. К примеру, моб замахивается усиленной атакой, компаньон ставит блок, держит секунду, затем опускает и получает эту плюху прямо в лицо. Разработчики знают об этой проблеме и точно будут исправлять алгоритмы. Так что в июне есть все шансы увидеть компаньонов поумнее. Но даже так, повторюсь, в соло игре недамажным классом будет приятнее. Теперь же потопали к компаньону танку, и тут пока все не так однозначно. Он хорошо агрит, но в силу того же ненастроенного блока и переката ловит все плюхи своим лицом. Мы пробовали танковать им мировых боссов и боссов простеньких нормал данжей вроде Грибного Гротта. Компаньон танкует, компаньон агрит, он старается, но в соло пока живет не очень. Однако, если пристроиться рядом и помогать ему любым отхилом, тем же Вигаром, становится ощутимо лучше. Ну а если починят блок, есть все шансы бить босса в соло, не получая по своему худому лицу. Ну а теперь к самому интересному, на мой взгляд, компаньону-хиллеру. И в этой роли он раскрывает весь свой потенциал, по крайней мере с текущими настройками. Выставив на панель основные хилы, щит и баф на резист из посоха, мы получаем верного личного хилобота, который всегда за спиной и реально хорошо лечит. Причем и себя, и хозяина, отлично живя даже в довольно серьезных замесах, вроде новых мировых боссов. При наличии своего урона такой компаньон неплохо так облегчит жизнь в соло. А может даже и заколупает рестропалкой залетного моба, пока хозяин делает бутерброды. Ну или по крайней мере точно не даст случайно подохнуть. Да и сам от одного чиха не отлетит, ибо хилится. Обобщая, по моим личным ощущениям, спутники вышли интересными. Компаньон ДД поможет в странствиях танкам, компаньон танку простит соло-игру начинающим дамагерам, а спутник-хиллер позволит освободить на панелях больше места под дамажные навыки. Однако, увы, ни один компаньон, разумеется, никаким образом не заменит нормального игрока в серьезном контенте. Алгоритмы слабенькие, а урон откровенно смешной. Также с ними нельзя пойти в рандом нормал через поиск. По крайней мере на тесте нас группа из 2 игроков и 2 спутников кидать не хотела никак. Либо искать группу по-обычному, либо заходить ножками и терять бонус рандома. Но прибавим к этому запрет на использование на соло-аренах и получим то, чем собственно компаньоны и задумывались. Спутники — это прежде всего помощники и компания для тех, кто любит бегать по миру в одного. Их максимум, на мой взгляд, это помочь уложить мирового босса или временно заменить выпавшего из нормал данжа игрока. И то скорее в роли хиллера. А хиллеры сейчас и в вет-контенте-то не всегда нужны, что уж говорить о нормалах. В комментариях я встречал мнение, что компаньоны — это преимущество для тех, кто купил главу. Но полностью я с ними согласиться, пожалуй, не смогу. Да, неприятно, что пока не для всех, но и настоящим преимуществом в текущем виде я это назвать не могу. Скорее, приятная фишка. Тем же Тварденом я точно так же могу и кайфово побегать по квестам, и бить мировых боссов в соло. А в любом маломальски серьезном контенте, повторюсь, толку от спутников не будет. Я бы относился к ним как к демоверсии совместной игры и моральной подготовки интровертов к групповым данжам. Ну а на этой общественно полезной ноте у меня, пожалуй, на сегодня и все. Пишите, что вы думаете о компаньонах и о том, где и как еще их можно применять. Ну и, конечно же, поправляйте и дополняйте меня, если я что-то упустил. Новая механика, новые навыки, новые шмотки – это в любом случае интересно. Ну а скрещивал миньонов и штурмовал ими нормал данжи для вас, как всегда, Штейн. Огромное спасибо, что смотрели это видео. Кстати, на ближайших стримах мы, скорее всего, продолжим эту деятельность. Можете накидывать свои варианты комбинаций для тестов. Ну и, разумеется, не болейте, не скучайте. До скорых встреч! Years later.